Всем добрый день! Сегодня у нас 5 апреля 2021 года. Второй день католической Пасхи. В начале видео просьба, подписывайтесь на наш YouTube канал «Мы живем в Латвии». Ставьте лайки, пишите комментарии, а также делитесь с друзьями в социальных сетях. Мы находимся на улице Бирзес. Сейчас проедем в один из дворов дома номер 15. Аннушке отдельный привет. Ходить пешком мы не будем, сильный ветер, очень сильный ветер, и холодно сегодня у нас. По высоте тоже? Нет, вот так показано. Так. Хотя пускай смотрит. Ну, Аннушка, вспоминай. Кто здесь жил, вспоминайте. А также кто и живет. Вот сарай. Сейчас еще с той стороны заедем. Дом показывай больше. Весь дом покажи. Едем еще с той стороны. Во всю высоту видно, да? Снимай. Снизу доверху видно? Да. Покажи мне. Давай я здесь сейчас открою. Ну вот, Анна, смотри, это вот твой дом. Выполняем просьбу подписчика, который очень хотел этот дом видеть. Всем большое спасибо, что нас смотрите. Мы делаем доброе дело на добровольной основе. Покажем.
поворачиваться где-то. Может быть, мы и вокруг объедем. А нет, там не получится. Сейчас со двора выйдем и проедемся еще там по Берзу дальше. Просьбу выполнили. Едем дальше. Да, по этой улице мы никогда точно не ездили. Это магазин, да. Покажи тоже. Или был, или будет сейчас. Скорее всего, это был, наверное. Вот, друзья, точно мы здесь, вот по этой улице-то точно мы не в жизни никогда, вот сколько живем здесь, уже 1000 лет, и ни разу мы не ездили по этой улице. Так что смотрите, кто когда здесь жил. Сейчас доедем вон до тех домов. Может быть, и по кругу там как получится. Сколько там? 7 минут уже? 8 минут или нормально? По центру держим, обратно здесь не пойдет. Скорее всего, еще и эти дома посмотрим. Квартирный домик двухэтажный. Это же все Берзес улица. Отелис Аква. Отелис. Давно была здесь то, что там. Отпута комплекс. Аквамотелис, покажи им там. Что это здесь такое? Давно оно было, потому что я давно была здесь. Это типа бассейн или что такое? Нет, комплекс отдыха. А, комплекс отдыха? Я даже не знаю. Вот честно, друзья. Как карты Google открыл, смотрю, Аква. А что это такое, я даже и не стал как-то вникать. Вот вам Елгава. Огромный, большой город. Повторяюсь, по населению вроде небольшой, но по площади очень огромный. Так что заодно мы решили этот район вам весь показать. Ну, по возможности, сколько можем обхватить. Так, туда покажи. Вот. Мы здесь тоже там проедем. Вот этот. Да. Сегодня, повторю, у нас 5 апреля 2000. 21 года. Цеплел. Что за улица? Цеплю. Покажи на улицу. Цеплю, да? Цеплел.
комментариях, друзья, пишите, что это за здание такое вот здесь было. Я было вот... что? Покажи им. Мы с поедем туда. Куда ты поедешь? В сторону. А. А зачем мы туда поедем? Мы разворачиваемся. Еще покажем, да? Прохорова так улица. Да. Это здание. Давай еще здесь проедемся. Депо. Депо Маркетс. Депо Маркетс. Ну, так называемое депо. Друзья. Пишите, кто работал в этих местах. Вот такое здание. Ну, старое, ну, да. Древнее. Вот это вот я покажу. Я покажу. Показывала, да. Наше приключение, друзья. Здесь мы не знаем этих дорог. Но зато хоть вы посмотрите, кто постарше нас, через здание, кто посмотрите. Здесь жил, кто работал. Я повторяю, мы в этой стороне никогда не работали. Можно сказать, с молоду мы здесь и не бывали. Ну, нам не было нужды. Так сказать, и не за ненадобностью, здесь не надо нам было. Слышали, но мы никогда здесь не бывали. Еще раз вернемся, какие улицы, может быть, мы пропустили. Эмбурга. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал «Мы живем в Латвии». Наши видео, да, ролики до конца, желательно, просьба. Цеплю. Это
самая улица, да? Чуть-чуть, да? С другой стороны мы сейчас едем, да. Сейчас напротив этого завода бывшего остановимся и заканчиваем. Друзья, мы надеемся с Натальей, что мы ваши просьбы удовлетворили. Этот район мы вам показали. Вчера мы проехали, но понимаете, мы в этом районе первый раз, можно сказать, вот там показывает дом. Еще раз привет Анне. Большой привет. Спасибо всем за просмотры. Не забывайте, кто не подписан на наш канал «Мы живем в Латвии», подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь в соцсетях нашими видео. Спасибо. До следующих видео.